Привет! Добро пожаловать! Я мобильное приложение «Народный контроль». Приложение позволяет высказаться, поучаствовать в предложенных исследованиях и сравнить результаты с целями, что поставлены в указе. Работа в гаджете ведется по 12 тематическим разделам, ровно столько же пунктов и в майском документе главы государства, где определены цели развития страны на ближайшие 6 лет. Это наука, образование, здравоохранение, экология, экономика, культура, занятость и так далее. Для тех, кто хочет теснее сотрудничать с Народным фронтом и считает, что его профессиональные знания и опыт могут пригодиться общественникам, есть возможность выступить в качестве эксперта ОНФ. Для этого нужно пройти процедуру регистрации. Разработчики отмечают, что она очень простая и занимает лишь несколько минут. В этом случае, кроме опросов и мониторингов, новый эксперт может участвовать в рейдах, вебинарах, форумах и экспертных совещаниях, знакомиться с результатами исследований, которые проводит ОНФ, методическими материалами. В рамках пилотного варианта, как раз на открытии съезда, когда было презентовано это приложение, более 2000 участников съезда зарегистрировались в этом приложении, и половина из них прошла уже первый пилотный тест, скажем, опрос по здоровому образу жизни. Так, по мнению респондентов, основу ЗОЖ составляют здоровое питание, отказ от курения и алкоголя, а также регулярная физическая активность, упражнения, спортивные игры, ходьба, велосипед. Меньше половины опрошенных заявили, что вовсе спортом не занимаются, а большинство признались в наличии вредных привычек. Напомним, результаты первого опроса были опубликованы уже в день съезда ОНФ, который прошел в минувший четверг в Москве на площадке Крокус-Экспо. На мероприятие съехались делегаты, эксперты, активисты Народного фронта со всей страны. Около 4000 человек. Марина Лиханова, Полина Харченко, Андрей Шаронов. Время новостей.